Михаил, как вам? Слушай, ну прикольно. Даже на разряженной батарейке у вас получается. Обалдеть. Класс. Мне кажется, это недооцененный аппарат, если честно. Мне кажется, тут движок вообще мощный стоит. Как BBB, это в ушемке без шума стоит. Жалко, что аккумуляторная, жалко, что нету ремня, да? Наверное, он допом идет. В следующей акции, Миш. Михаил, что вы сейчас держите в руках? Аппарат. Воздуходувка. Давайте на черепахе проверим. Давайте, режим черепаха. Так, а теперь режим турбо. Турбо. Ё-моё. Все, разлетается. Смотри на камушки. Давай. Жесть. Вот это вам техника Милуоки. Рекомендуем. Электросекатор, можно так назвать его. А фирма? А, Милуоки. Аккумуляторный, естественно, да? Да, 18, 8 амперник, все дела. На, чуть-чуть подзарядили буквально. Да, но в любом случае у нас не тот объем, который нужно им делать, но все же можно попробовать. Опыта у нас нету, будем пробовать. Супер. Рекомендуем. Не ножовку, наконец-таки, а электрооборудование компании Milwaukee. Назовем сучку резом сегодня. Сучка резом. Давай. Подходим. Все ж. Покажите его полностью. Естественно, какое? Аккумуляторное. Все самое лучшее.